воспоминаниями, как журавлиный крик душе тревожит прошлого картины. Родимый отчий дом, все дети за столом, отец читает нам о Божьем Сыне. Последний раз, быть может, слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, о Сыне Божьем. Открой же дверь и сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже, приду попозже. Последний раз, последний раз, быть может, слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, о Сыне Божьем. Открой же дверь и сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже, приду попозже. Воспоминаниями вдруг сердце опалит огнем минувших дней неумолимо. И вспомним мы избу, и где-то там в углу мать молится и шепчет наше имя. Последний раз, последний раз, быть может, слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, о Сыне Божьем. Открой же дверь и сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже, приду попозже. Последний раз, последний раз, быть может, слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, о Сыне Божьем. Открой же дверь и сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже, приду попозже. Воспоминаниями, как добрый проводник, приводит нас к спасению силой Божьей. Простой молитвы дом, и слышен призыв в нем, а ты сидишь и все твердишь попозже. Как тает от лучей туман, рассеется и твой обман. Приду попозже, приду попозже. И вспомнишь ты в последний раз простой евангельский рассказ о Сыне Божьем, о Сыне Божьем. Как тает от лучей туман, рассеется и твой обман. Приду попозже, приду попозже. И вспомнишь ты в последний раз простой евангельский рассказ
о Сыне Божьем, о Сыне Божьем.